Ну вот, говорят, была письменность на Руси. Не было. Смотрите, вот нашли надпись. Находя богатство, теряешь совесть. Находя женщину, теряешь рассудок. Находя истину, теряешь веру. Это для тех, кто любит поспорить, доказать, что он прав в поисках истины. Но вера важнее. И только потеряв все, находишь свободу. Блажен, кто верует, но силен, кто ведает.